Заряд энергии на весь год. В Чебоксарах прошла рождественская гонка. Республиканские лыжные соревнования проводятся уже более 20 лет. И с каждым разом желающих принять участие становится все больше. Репортаж Рифата Фаткулина. Последнее приготовление, разминка, настрой только на победу. В числе покорителей снежных вершин как профессионалы, так и любители. И вот звучит команда «Марш». Первыми на старт выходят девушки. У них самая короткая дистанция – 2,5 километра свободным стилем. Но легкой трассу не назовешь. Конечно, тяжело после подъемов восстанавливаться, но в принципе терпимо. А ощущение праздника вообще есть? Ну, есть немного. Спорт – это и есть жизнь моя. Я без спорта себе не представляю. Ежегодно участвуешь ли, как и первый раз? Ежегодно. Я уже 7 лет занимаюсь, и каждый год ни одно соревнование не пропускаю. Слабенький мороз и почти полное безветрие. Погода, признаются лыжники, идеальная. По традиции борьба развернулась в 4 возрастных группах. В них разыгрывалось 8 комплектов наград. В связи с тем, что в этом году аномальная погода, приходилось нам собирать снег, но трассу подготовили нормально. Соответствует по всем стандартам. Покорять снежные склоны приехали спортсмены не только из районов Чувашии, но и гости из республики Мариэл, Саха-Якутия, Ульяновской области и города Москвы. Мы сюда приехали не первый раз. Я уже приезжаю 7-й раз. Воспитанница по возрасту приезжает только второй раз. Второй, да? Да. Второй раз. До этого там и в Малиновке были, и в других лыжных центрах. Но здесь оно как бы получше, поэтому и сюда приезжаем. Человеческое отношение, отношение людей к тому, как они относятся друг к другу, к подготовкам трасс, вообще, здесь намного лучше, комфортнее. Лучшие спортсмены получили заслуженные награды, но большинство лыжников, как сами признаются, пришли не за медалями, а за здоровым румянцем и отличным настроением.